конкретные финансовые подарки, вот там деньги на телефон, наш респонс сработал там с конверсией в 2 раза лучше, чем акция в игре автомобиль, либо акция с планшетами. Сейчас наш клиент, как ни странно, уже более внимательно относится к ставкам, уже лояльный клиент разбирается, какая экономия у него по ставкам относительно предыдущего займа. Мы постоянно изучаем клиента и отрабатываем большинство там возражений. И поэтому вот если там хотите опыт, вот опыт наш с точки зрения там конкретных цифр показал, что деньги на телефон отработали лучше, чем вот такие масштабные акции на всю Россию с автомобилем, хотя, ну, конечно, они тоже работают. Что я бы хотела подытожить, что, безусловно, мы знаем, что каждый новый клиент – это будущий наш лояльный. Это тот клиент, на котором мы дальше будем зарабатывать деньги. Но именно это говорит нам о том, что в первую очередь нам нужно обеспечить тот сервис, те коммуникации для нового клиента, чтобы он захотел в последующем стать лояльным, чтобы он захотел там общаться с этим финансовым консультантом, чтобы ему было удобно погашать этот займ, чтобы мы не надоедали ему своими предложениями в ненужное время и так далее. То есть все эти моменты, они, безусловно, влияют на то, останется клиент дальше с нами или не останется. Мы на сегодняшний момент с запуском дистанционных сервисов видим, что большинство клиентов, в том числе МФО, готовы и хотят, чтобы процесс получения денег для них составлял там не больше 1 дня. И если в банке им дают деньги за день, то уж в МФО они точно хотят их получить тоже за день. Поэтому наша стратегия развития, в том числе и по лояльным клиентам, это не только правильная коммуникационная политика, но и развитие именно такого сервисного обслуживания, чтобы клиенту было удобно, чтобы клиент приходил в офис и процесс там получения займа, идентификации для него был понятен. Для того, чтобы клиент приходил в офис и понимал, что следующий займ по сумме для него будет выгоднее, да, чем предыдущий. Ну, собственно, это все, что я хотела рассказать. Если посмотреть на нашу воронку, как формируются лояльные, то сейчас конверсия от лояльных клиентов, выданный займ, она порядка 50%. Именно поэтому все наши финансовые консультанты в первую очередь отрабатывают этих клиентов, потому что их бонусная составляющая зависит от количества профинансированных займов. И система компании, мотивационная система компании выстроена и приводит к тому, что мы максимально повышаем и удерживаем тех клиентов, которых мы завели как новых. Потому что только в этом процессе бизнес-модель МФО становится рентабельной. Наверное, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо.